Всем привет! Сегодня немножко такое необычное видео. Значит, постоянно спрашивают меня, как собрать саму аппарат. Ну, понятно, что не святые горшки лепят, собственно говоря. Ну, есть определенные нюансы в этом деле. Ну, начнем с трансформаторов. То есть такой небольшой цикл будет видео. В одно видео сразу сегодня впихну. Вот, начнем с трансформатора. Итак, трансформаторы. Бывают очень разные трансформаторы, значит, начиная от таких, которые редко попадаются. То есть здесь вот написано на нем даже 1440 вольт ампер. Вот, то есть трансформатор довольно-таки тяжелый. Сейчас я размеры его покажу. Так, он получается здесь 100, 102, 120, здесь 60. Ну, окно для вторички получается у нас тут, если так померить, 34. Ну, на 18-19, грубо говоря. Вот. То есть, ну, это реально мощный, хороший трансформатор. Судя по обмоточке, значит, обмотка перичка — это медь. То есть на нем можно смело собирать хорошую доблестную сварочку. Второй трансформатор, который может попасться, значит, это у нас киловаттник. То есть здесь вот надпись, это человек, которых разбирают. Он мне пишет, на каком он стоял. Значит, высота его 90, 105 на 68 миллиметра. Окно для вторички у него получается 34 на 17. Вот, собственно говоря, на этих тоже бывают разные, значит, вот здесь медь, судя по всему, здесь, похоже, алюминий. Задавали вопрос, какая разница медь, алюминий, не знаю, какая разница, соберем на том, потом проверим. Потом вам скажу, какая разница. Далее трансформатор, похоже, 900 ватт, вот, потому что он меньше этого. То есть так по ширине примерно одинаковые, так размеры его 80, 60, 66 и здесь 98, 99. То есть это 900 ватт, похоже, что это медь. В принципе, на нем тоже собираются. Ну, я, в общем-то, как бы стараюсь такие не использовать. Ну, можно собрать на них сварочку. Значит, дальше. 800-ваттный трансформатор. Высота у него 78. Ширина 90. 71. Ширина. Значит, окно для вторички 29. На 15. Ну, на этих собирается тоже, в принципе, 25 квадратов туда можно впихнуть. Вот кабель, вот, 3, причем 3 витка можно сюда впихнуть. В принципе, варит ленточка 0,15 варит. Значит, ну и 700-ваттный трансформатор, который чаще всего попадается. Неизвестно, что с ними делать. Я на одну собрал для эксперимента, ну, что-то никто не покупает. Значит, здесь 77, 90 и 65. Окно для вторички 27 на 15. То есть сюда, в принципе, 25 квадратов влезет витка 3, не больше, 4 не влезет. Ну вот, собственно говоря, как бы какие бывают трансформаторы. Следующим этапом будем их мотать сейчас.
Ну, я буду сейчас киловаттник мотать, я получаю, грубо говоря, 1400. Вот. А эти подзаказчики, если будет желание у кого-то. Пока нету таких.